Дорогие друзья, эту печальную новость сообщил нам российский телеведущий Первого канала Андрей Малахов. Подпишитесь на наш канал, друзья, только так вы будете знать всю правду российского шоу-бизнеса. Андрей Малахов сообщил о том, что вчера вечером возле своего дома в центре Москвы на скамеечке без сознания был найден известный советский российский киноактер Владимир Ильин. Я надеюсь, друзья, вам не нужно напоминать, кто это. Актер был найден на скамейке своими соседями, которые вызвали скорую помощь. По приезду медики сразу же привели в чувство актера и забрали его в больницу. Сейчас он находится в 26-й больнице города Москвы. Мы вышли на связь с супругой Владимира Ильина. Она сообщила о том, что с ним все хорошо, он уже пришел в себя. Что послужило потерей сознания актера, пока неизвестно. Врачи проводят обследования, и уже в следующем выпуске, друзья, мы постараемся вам рассказать более подробнее об этой всей трагедии. Оставайтесь с нами, смотрите, только не переключайтесь, иначе вы не узнаете, друзья, всю правду из жизни российских звезд и шоу-бизнеса.